Думаю, надо уже начинать шевелить как-то. Хватит штаны до дыр просиживать. Чего? Чем шевелить-то? Куда шевелить-то? Чего? Куда? Ну, надо узнать сначала, что это за особняк был, в котором мы эту карту нашли. Кто там жил, что за кипы вообще, что за хмыли. А, ну это можно, надо найти диск со справочной системой по городу. Он в ящике был. Найти, окей? Окей, сейчас позырю, поищем. Опаньки, закрыли. Черт побери. Нашему молодому бугаю вернется, лишенько не пойдет. Значит, да, на пхать подорнее. Ну, ёлки-пал, ты кто ж так делает-то? Ешь поезжать надо. Что за ламер? Разобрался, черт, все
А вот и молочко для киски-сосиски. Не, ну руками-то горячую ищу похватай. Совсем над придурком быть. Тарелочку нужно для начала, а то все через неправильно получается. Ёлки-палки, оперный карась, посуды все грязные. Вот посуду я точно мыть не буду, как тут соскоблить. Сыр летит как, и кончился еще стратегический запас чистых тарелок. Зарыгивать можно, крутня. Работники, а то и правда глядит подобно. Вкуснотища, ну спасибо тебе громадно-огромное. Ой, ну хорошо, я тут выяснил, короче, все, в общем, слушай. В этом особняке жил раньше профессор с дочкой. Профессор был известным химиком и геологом. Книжки разные умные писал. Ну, видел я эти книжки, давай дальше. Ну так вот это, он ездил по всяким странам, искал, значит, всякие месторождения. Вот, и даже вот принимал участие в добыче алмазов. О, это уже что-то интересненькое. Думаешь, не туха? Ну так вот, и в одной из этих коммутировок он и пропал. Как это пропал? Что значит пропал? Ну пропал, значит пропал. Без вести пропал. Как обычные люди пропадают, так он пропал. Ну пропал и пропал. Хотя вы известный ученый был, что называется, с мировым именем. Ага, ну в общем ясно. Надо пробовать. Хватит уже резину тянуть на хвост. Кота. Ну, в общем, короче, ты понял. Гриндель, давай собирай свои манатки и дуй к лохматому. Приступаем к выполнению плана X. Придешь, что расскажем подробнее. И телефоны, короче, разговор. Давай, дуй. Ну чё, мужики, раз у нас есть такая замечательная старинная карта, значит, пора нам клад искать. Не знаю, по-моему, это лабудаша какая-то. Да, я чё-то тоже сомневаюсь как-то. Вот, например, начинает откуда вообще, непонятно. Чё так паетесь? По-моему, всё просто. Нужно просто вернуться в этот особняк, блин, где мы её нашли, и там поискать какие-то зацепки. Вернуться туда? Особняк вернуться! Химику опять? Никогда ни за что, не. Ну вы даете, мужики называются, ушам своим не верю. Вы что, меня такую нежную девицу одну отправите? В это логово? Офигеть, ну мужики пошли, блин. Офигеть. Ну и ну вас, салаги сопливые, блин. Разберусь сама, доберусь до сути. До сути. Хе-хе, смотрела я недавно справочник этого юного химика. Пока он мне нафиг не нужен, я пока больше ничего взрывать не собираюсь, но если понадобится, я уже знаю, где его найти. Реактивы всякие химикаты нашего друга, химика-профессора. Они, конечно, еще пригодятся, это как пить дать. Не открывается, зараза, хоть и пить. Сначала надо как-то осмотреть, что тут вообще. Как нечто шуруба пальцами, что ли, зубами вытёргивать?
пятерка класть была, надо посмотреть. Нету, ну бардак, все сломано, переломано, не открыть. Ой, да никто и не сомневался, что тут все заперто 10 000 раз. Вопрос в том, кто все это запер. Вот черт, зараза, ключ с той стороны торчит. Торчит такой эдакой, придумай. Ну, вытолкну я ключ, а потом тогда стану. Чего тут у нас? Или кто тут у нас? Ведь кто-то же запер дверь с этой стороны. Темнота, она, конечно, друг молодежи, но если молодежь, блин, ноги переломает, то это, по-моему, не сильно не прикольно будет. Так, приплыли матросы. Электричество закончилось, когда не будет. Темнота, она, конечно, друг молодежи, но если молодежь, блин, ноги переломает, то это, по-моему, не сильно не прикольно будет. Да хоть затыкайся-перетыкайся, лампочка перегорела. Вот. Блин, да тут все заржавело.
Thank you.
Почистила, что ли, нас как-то? Пора проверить, что там в запасе у нашего дорогого профессора. Прикручено. Как мне с рубы пальцами, что ли, зубами выдергивать? Где-то отвертка клавиш была, надо посмотреть. Тут какая-то фигня, и она как-то сломанная. Может, если ее починить, то это мне как-то поможет. Все-таки вандалы какие-то, да, вот взяли и спохабили произведение искусства. Такие типа личности написали. Нифига себе, что профессор думал, какие-то у него замысловатые мозги, блин, у чувака. Скорее всего, там он зарыл свои сокровища. Игра умно придумана. Надо пойти посмотреть, что там есть. Все, ура, вперед! Меня ждет настоящий класс! Так, куда-то...
борщ, всем всем.